За дебош в пермском баре депутата Александра Телепнева приговорили к колонии строгого режима. Ленинский суд Перми признал виновным в хулиганстве экс-депутата Краевого законодательного собрания Александра Телепнева. Дебошира приговорили к 4 годам колонии строгого режима. 30 апреля 2022 года Александр Телепнев, будучи пьяным, начал вести себя агрессивно в пермском баре «Наташа». Он оскорблял персонал и громко ругался матом. Получив замечание от одного из сотрудников, Телепнев кинул в сторону барной стойки стеклянный стакан, ведро со льдом и стул. В результате метания пострадали работник заведения и посетитель. Также было повреждено имущество бара. Позднее в суде выяснилось, что диск с видеозаписью конфликта загадочным образом оказался сломан, но свои показания дали пострадавшие. Это не первое правонарушение бывшего депутата. В 2018 году Телепнев вместе со своим приятелем Сергеем Ванкевичем избил музыканта Андрея Ширмана, известного как диджей Smash. Оба получили по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В 2019 году Телепнев и Ванкевич вышли по УДО.